Заключили под стражу берчанина, который, по данным следствия, похитил инструменты из хозяйственной постройки на даче. По данным следствия, подозреваемый Михаил Карастель в ночь на 30 мая взломал двери и проник в хозпостройку в СНТ «Чайка». Оттуда похитил инструменты пенсионера-дачника. В перечне похищенного – электрическая пила, лобзик, болгарка, шуруповерт. Всего на 14 500 рублей. Карастель ранее был судим за совершение аналогичных преступлений. Он вновь подозревается в совершении кражи в период условного осуждения по двум приговорам суда. И более того, подозревается в совершении еще двух подобных преступлений – кражи и покушения на кражу, совершенных путем незаконного проникновения в хранилище, расположенных в том же дачном обществе, с причинением потерпевшим пенсионерам значительного ущерба. Подозреваемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, обещая в дальнейшем вести законопослушный образ жизни. Постановление суда не вступило в законную силу, поскольку защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу.